впитываешь, и живопись, и искусство любого направления, и музыку, конечно. Поэтому я не сомневалась, что творческих людей здесь будет достаточно. Ребята, очень рада встрече. Мелисса. Мелисса? Мелисса, да. Обалдеть, успокаиваюсь. Да. Это популярное продвижение. У меня теперь есть 15 тысяч подписчиков в ТикТоке. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я, как и Станислав, кстати, сам пишу песни, вот, но пока что никуда не выкладывал. Вы стесняетесь? Кого? Нет, просто они пока что нормально не записаны, не заведены. Виктор Цой записывал свои альбомы на 4-дорожный кассетный магнитофон. Ну сейчас уже времена немножко другие. Сейчас времена другие, но идеи в принципе слышно в любом качестве. Все, сигнал подан, я готов. Здравствуйте, здравствуйте. Директор фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Меня зовут Анна. Мы очень рады, что вы приехали опять в этот замечательный город. В этом году состоялся ваш концерт. Да, вот узнаю, кто-нибудь был из студентов на концерте. Были? Привет! Концерт понравился? Два человека из зала, это уже хорошо. Мы будем работать на опережение. Я думаю, есть с чем работать, есть с кем, особенно когда такие талантливые артисты сидят сегодня здесь в зале. Скажите, я знаю, что вы пишете песни для наших белорусских артистов Дорофеева, Расулская, Надежда Бабкина, Ланская, ну как бы очень большой список. Правильно это написать песню, правильно спеть ее, правильно, чтобы друзья полюбили, потом вуз полюбил, потом город полюбил, потом вся страна, потом весь мир. То есть вот это нормально. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше творчество, за вашу доброту, за вашу искренность и за то, что вы даете людям такие классные позитивные эмоции.